ГКНБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Массовые беспорядки» задержан депутат городского Кинеша города Кирбен Аксыйского района Джалабадской области от фракции «Атаджурт Кыргызстан», который, являясь активным пользователем социальной сети Facebook, периодически публиковал тенденциозно-провокационные материалы, в том числе с призывами к организации массовых беспорядков и последующему насильственному свержению, захвату власти. Задержан и выдворен в ВВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.